Сергей Иванович, здравствуйте. Спасибо, что уделили время «Российской газете». Хотели поговорить о проходящем в эти дни в Ульяновске форуме «Японская весна на Волге». И начать хотелось бы со сферы культуры, которая для вас всегда была одной из наиболее значимых, я знаю. И в рамках этого форума культуре большое значение уделяется. Знаю, что много мероприятий наши японские друзья организовали для ульяновцев культурных, да и ульяновские коллективы с удачными гастролями побывали в стране восходящего солнца. Вот интересно, по завершению вот перекрестного года России и Японии, вот этот вот интенсивный культурный обмен, он будет продолжен? Я хочу вас действительно официально проинформировать о том, что мы считаем, что культура – это ресурс развития. Мы неоднократно это говорили, говорим и будем говорить, тем более, что это нам приносит не только имиджевые хорошие результаты, но и экономические, финансовые, естественно, конечно, такие миграционные результаты. И на этом могу вам рассказать там достаточно большое количество примеров. Вот, например, вот говоря о «Японской весне на Волге», это же культурный проект, это настоящий, хороший, добрый культурный проект, который позволяет не только встретиться с японскими нашими партнерами, одновременно, вот как мы сегодня, рассказать им о величии России, о ее духе, о ее сущности, о ее вообще душе, но это еще и большой экономический проект. И не случайно, вот готовясь к этому большому форуму, фестивалю, мы вчера в присутствии господина Абе и господина Путина подписали один из самых крупных, самых главных инвестиционных соглашений в рамках перекрестного года России и Японии, Японии в России, в виде соглашений с компанией Isuzu по строительству автомобильного завода. Конечно, конечно, так вот, глядя вперед, далеко вперед, я могу сказать о том, что мы этим не собираемся заканчиваться. У нас сегодня порядка около десятка крупных и средних компаний японских, которые изъявили желание с нами сотрудничать. Причем по разным сферам. Сразу называю здравоохранение. У японцев огромный опыт в решении проблем, связанных с длительностью жизни. То, о чем говорил президент, когда говорил о том, что нам нужно достичь средний возраст проживания 80 и плюс. У японцев очень хорошие наработки в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. А вы знаете о том, что если посмотрим на структуру смертности, это одна из самых у нас сложных сегодня ситуаций. Это все, что связано с особым отношением, с заботой к людям старшего поколения. То есть вот эта программа активного долголетия, то, о чем президент неоднократно говорил. Ну и, конечно, это только малая часть, а еще культурная составляющая. А еще вопросы, связанные с международной молодежной тематикой. Ну и вот только что я сейчас провел встречу с Константином Косачевым, нашим, ну, скажем так, таким вот министром иностранных дел по линии представительной власти. И мы договорились о том, что вот сейчас восстанавливается работа Совета губернаторов России и Японии. Я там, ваш покорный слуга, тоже буду представлять Российскую Федерацию в этом Совете губернаторов, о том, чтобы один из первых советов губернаторов России и Японии прошел в Ульяновске. Что мы хотим в связи с этим рассмотреть? Ну, во-первых, мы, конечно, хотим предложить сотрудничество в области экологии, потому что все, что связано со здоровьем, с экологическим здоровьем, для нас, россиян, сегодня, наверное, одно из самых важных мест занимает. И в связи с этим мы сегодня договорились о том, что и с министром буду в ЦУЭМ об этом говорить, о том, чтобы одним из самых важных следующих шагов, которые мы должны будем совершить, я хочу подружить город Ульяновск, город Димитровград и город Синделей с тремя городами в провинции Фукуока. Ну, понятно, что региональные столицы это тут никто не обсуждает. А Димитровград и город Синделей есть специальная уникальная программа создания эко-городов в Японии. Значит, и мы хотим вот их подружить и изучить всю практику и создать самые образцовые, экологически чистые, комфортные, дружелюбные, умные города в Российской Федерации на примере вот нашей российско-японской дружбы.
Спасибо. Если я не ошибаюсь, мы первые, кому вы об этом сообщили. Я пока первый, никто не слышал. Спасибо. Сергей Иванович, вот... Кита Кисю и не помню, второй там Амару, там или как, но там можно посмотреть. Спасибо. Сергей Иванович, вы уже затронули тему экономики. Я знаю, что Япония является одним из стратегических, основных внешнеэкономических партнеров Ульяновской области. Здесь уже работает несколько крупных корпораций японских, DMG Mori, Isuzu, Bridgestone. Откройте, пожалуйста, секрет, как Ульяновская область, регион, находящийся в европейской части России, не на Дальнем Востоке, умудряется вот настолько эффективно сотрудничать со страной восходящего солнца? За счет чего это удается? Ну, мы же с вами должны понимать приоритеты у нашей страны. А раз мы с вами понимаем, то должны, конечно, этими приоритетами пользоваться и их развивать. Потому что вообще в целом, вот то, о чем неоднократно говорил наш президент, нам, руководителям регионов, ну, на мой взгляд, надо этим руководствоваться и одновременно это развивать. Я веду разговор, допустим, о такой хорошей, доброй, человеческой, мягкой силе. Хотя, может быть, здесь слово «сила» не очень подходит, да, но вот о такой дипломатии это очень важно. В связи с этим мы обратили внимание о том, что уже вот вчера прошла, я присутствовал, 22-я встреча президента Путина и премьер-министра Абе. 22-я за последние. Такой интенсивности встреч у Путина и с другими руководителями нет нигде, ни с кем. Значит, а раз так, ну, я приношу глубочайшие извинения, а что нам тут надо выдумывать? Какой велосипед? Это приоритет. Давайте посмотрим на Японию. Япония крупнейший автомобильный, машиностроительный, станкостроительный, авиационный регион, инновационный регион, связанный с атомной промышленностью, связанный с экологией, связанный, так сказать, с особым отношением к человеку. Поэтому не случайно только в Японии существует вот эта философия хитодзукури, монодзукури, кайдзена, вот, то есть вот такого вовлечения и воспитания человека. Мы посмотрели о том, что если это вот подходит для Ульяновской области, абсолютное большинство, то, чем живет Япония, подходит Ульяновской области, начиная от того, что там нет каких-то суперкрупных природных запасов, как в Ульяновской области. Одновременно она богатая. А мы хотим сделать Ульяновскую область богатой, населенной счастливыми людьми, с хорошей конкурентоспособной экономикой. То мы начали поэтому в этом направлении сотрудничать. Сегодня я хочу сказать о том, что нам это удается. Больше, практически почти около десятка крупнейших корпораций сегодня здесь присутствует. У нас есть четкий, ясный план из 8 шагов сотрудничества с Японией. Ни в одном регионе Российской Федерации, даже на Дальнем Востоке, такого хорошо продуманного плана долгосрочного сотрудничества 8 шагов, так же, как и 8 шагов АБ, нету. Вот мы, наверное, одни из тех, из немногих, которые хотят стать одной из самых японских территорий со всех точек зрения. С точки зрения производительности, конкурентоспособности, вовлеченности и увлеченными экологией территории Российской Федерации. Спасибо. Будем надеяться, что все удастся. Спасибо, что уделили время. Всего доброго. Спасибо.